На прошлой неделе состоялось торжественное открытие детской поликлиники после капитального ремонта, которая начинает свою работу в обновленном здании. Мы заходим сразу же. Глаза наши упираются в расписание работы детской поликлиники. То есть наши мамы сразу уже могут разобраться, куда идти, какое время работы каждого кабинета. Мы никого не забыли. Номер кабинета, номер участка, как зовут доктора. Очень удобно и все в одном месте. После этого поворачиваем направо, проходим через маленький коридор и подходим к регистратуре. Вот сейчас тут большой, удобный. Конечно, его еще эстетически нам нужно оформлять, но пока он уже готов к работе сделать так, чтобы больших очередей у регистратуры не было. Сейчас новые технологии позволяют это делать. Предварительная запись, электронная запись на областные приемы. Я думаю, что все это мы потихонечку будем осваивать. Хорошо. Желание есть. Конечно, приятно, когда происходят такие события, как открытие после капитального ремонта нашей детской поликлиники, которая вот с 1974 года, в программах капитального ремонта не принимала фактически участия. Конечно, латались какие-то проблемы, которые были связаны с инженерной инфраструктурой, что-то там переделывалось, но такого глобального не было. И понятно, что, конечно, мы бы за счет бюджета, допустим, так быстро и оперативно, как это было сделано буквально в полгода, не смогли бы в сегодняшних условиях себе позволить. Здорово, что существуют такие федеральные программы, которые, в общем-то, и 17 миллионов, и 14 миллионов федеральных средств. Здорово, что эта программа работает. И хотелось бы, конечно, не только поздравить всех, кто сегодня является участником этого такого грандиозного мероприятия на территории городского округа, но и пожелать, чтобы программа федеральная была продолжена, и наш стационар, который требует сегодня денежного вмешательства тоже, приведение его в соответствие с тем санитарным нормам и правилам, был тоже участником этой программы. Я думаю, что мы со своей стороны, тот максимум, который необходимо, мы приложим. Детская поликлиника отремонтирована со всеми новыми стандартами. Есть второй фильтр для больных детей в период эпидемии, два перевязочных кабинета у хирурга, для диагностики зрения 7-метровая длина кабинета у окулиста. Также большие удобства для медицинских сотрудников – это объединение прививочного и процедурного кабинетов, появление долгожданной ординаторской, где врачи могут заполнить не спеша медицинские карты и немного отдохнуть. Я хочу поздравить всех жителей Сухого Луга с таким событием. Здание 40 лет. И мне хотелось бы поблагодарить отдельное предприятие города, которые, в общем-то, несли свою лепту. Это такие наши крупные предприятия, как Коцинова, цементный завод, огнеупорный завод. Прошу прощения, если я кого-то забыл, поэтому я желаю счастья тем детям, которые будут посещать этот дворец здоровья. Помимо ремонта, в поликлинике полностью обновлена мебель и частично медицинское оборудование. На открытии поликлиники глава городского округа Станислав Суханов подарил в кабинет здорового ребенка видеоаппаратуру для демонстрации обучающих фильмов и программ для молодых матерей.